Ya busco. Смотрим. Была бы загрузка, все было бы нормально. Но руки никак не дойдут. Так, смотрим. Или нет. Непонятно. Так, слышно. Хорошо. Если слышно, то хорошо. Пожалуй, начнем. Так. А если будут заглушки, хорошо. Все как еще раз. Я пока не привыкла к этим всем настройкам. Но я не считаю себя стримером пока. Вообще я планировала здесь рисовать, но пока настроения что-то нет рисовать. Попробуем так, ладно. Погнали. Я буду продолжать мучиться. Здесь, да. Мой любимый момент. Надо было, наверное, как другие товарищи сделать. Пройти. Пройти, а потом включать стрим. Я же мучаю здесь. Молодец, ты хороший. Какая-то обезьяна.
я час так буду. Это мне повезло. Второй раз так не повезет. Есть, есть. Это вот мерзотная штука. Опа. Я про это забыла. Так, посмотрим по карте. Мне кажется, что здесь не пройдешь таким образом. Достаточно просто, просто я этим вот тут. Твои дивизии. Это что? Ох. Сюда пасть. Кажется, там можно пройти. Что медлительная штука. Ох ты ж, мать твою. У меня получилось. Я думала, пройдет года три. А нет. Прошло всего 10 минут. Ура! Ура! Так. Тихо.
Так. Но он же не смог. Нет, это была ошибка. Это была ошибка. Это была такая глупая ошибка.
из кадров. Продолжим потом уже. Мне вообще неплохо бы к карте вернуться. Положить туда кусок. Потери кадров. Сейчас посмотрю. Все время сообщения. 15%. Ох. Допустим. Так. О, вроде более, ну, без задержек, ну. Ну, все-таки. Ладно. Попробовать штуку, которую мне скинули. Ха-ха. Чем черт не шутит? А что? Скорее вроде неплохо будет. Но могут обманывать. Ну ладно. Так, посмотрим.
все-таки потеря кадров какая-то есть. Объясняй бы кто. Да черт возьми. Рано или поздно я разберусь. Рано или поздно. Рано или поздно. Ну ладно, продолжим. Только минутку. Я еще кое-что посмотрю. Мне отличный инспектор постоянно присылает какие-то уведомления. Немножечко в настройках полазала по гайду и, по-моему, все испортила. Ну, это непонятно. Так, попробуем. Продолжим. Я пойду к карте. Надеюсь, я сохранена, я думаю, все нормально. Я могу. Совушки на меня нападать будут? Нет! Какой бешеный совушка. О, нет! Подожди, а почему я здесь? Я вроде у дерева сохранялась. О, все заново. Стой. Стоп, рычаг не опустился уже, да? Ну вот это вот подвешивает немножко в этой игре. Да ядрёна вошь! Зачем же я это делаю? Я же всё равно помру. Ой. Мертвым котиком. Подожди, мы там энергии этого дерева пососали? Да, пососали, но мы забыли место. Теперь все красное, ёбалы. Ну что такое? Так, посмотрим. Возвращаемся. Ну, потеря кадров есть, но я ничего с этим пока сделать не могу.
самый сложный по заданию. Хоть если ты победили. Это прекрасно. Так. Нет, туда я к Солушке, наверное, больше не пойду, потому что Солушка меня обидела. Я Солушку боюсь. Потому что мы подруга обезьяны. Поэтому я пойду сюда. Надо карту. Поставить карту. Да, эта игра немножечко так заставляет сжать всякие вещи. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Отдай мне свои штучки. Придется тут взять. Так, всем дикобраз был. Еще раз мне наука, не слушать людей, которые советовали мне до этого Hollow Knight. Так, где у нас была карта? Карта... Я уже плохо помню. Ну ладно. Пройдем начало. Посмотрим. Здесь всякие вещи должны быть. Пожалуйста, минус. Получится так. Блин. Стоит куда-то отвлечься, и все. И сразу начинаешь страдать. Так, опа. Так, оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, мы готовы. Так. Здесь у нас алтарь. Сохранимся. Какая статуя интересная. Что происходит? Потом случился апокалипсис, ага. Тихо, не сесть так вперед. До карты я пошла, ага. Тихо. Так, тут темно будет, я так полагаю. Ну, мне тут не нравится. Эта штука похожа на локацию с медузами в Hollow Knight. Нет. Нет, спасибо. Мне вообще карту надо искать. Я за ней не буду. Тихо. А, тихо. Паника, паника. Так, все нормально. Все хорошо. С паникой что-то надо делать. Почему я в таких играх начинаю паниковать? Непорядок. Непорядок. Так. Блин, где эта чертова карта, а? Она, наверное, была там. Или она тут. Здесь были условные обозначения, я об этом только что узнаю, да. Я молодец.
Так, каменная карта. Наверное, я ее нашла и умерла. Точно. И она не сохранилась. Я вот не знаю, куда сейчас идти. Вообще без понятия, где эта карта, но, наверное, надо наверх идти. Эч? Нет. Тихо, стоять. Так, вот. Эч. Ага. Получилось. Так, продолжаем. Ух, черти что. Нерв мне, конечно, жрёте. Блин. Ладно, подсох. Тихо. Упс. Так, ладно. Так. Бесит, что я за капустками не слежу, и из-за этого умираю постоянно. Постоянно какая-то потеря кадров. Да что-то стрим как-то не задался. Странно. Пятнадцать процентов потери кадров. Эх, потом разберусь. Оу-оу-оу. Надеюсь, что карта там. Чёрт.
что в дикобраз. Карта, давай ты будешь там, а? Блин, тут дерево. Я столько прошла, чтобы увидеть дерево. Блин. Да что ж такое-то? Почему он не Вот. То ли у меня кнопка западает, блин, пойдем, я уже буду такое. Пришлось его разбирать. Так. Так, чувак. То, что ты респанулся, это ничего не значит. Бибизям. Где же была эта чертова карта? Ладно. Нет, она, наверное, не здесь была. В это место я не пойду больше. Нет. Спасибо. Если вот этот пендикс сходить. Вот она. Отлично. Отлично просто. Еще немножко места, чтобы страдать. Есть пустка. Так, значит, надо как-то тихо, обезьяна, я вижу тебя. Стоять. Позже тогда его заберем. Все еще подозрительно пусто. Здесь была. Так. Вот этот аппендикс просто он стал открыт. Очень странно. Ладно, разберем штучку. Продолжим наш путь. Здесь ничего. Зараза. Так, ладно. Это мы все открыли. Значит, надо. Ну, здесь, наверное, невозможно. Надо. Мне нельзя сходить.
Так. Ух. Так, смотрим. Это было бы неплохо. Нам нужен поток усиленного пламени. Отлично. О, намного лучше. Раз чертов. Блин, интересно, как мне туда попасть. Суть карты-то я открыла, а толку-то. Там ты не пропрыгаешь нифига. И прохода никакого не вижу. Так. Продолжим тогда туда идти. Капустка. Здесь что ли вниз? Тихо. Так. А, пожалуйста, сохранись. Вообще ничего не видно. Только где кого-то убивали. Что-то мне подсказывает, что лучше поверху пройти. То есть здесь нужен какой-нибудь фонарик. Но у нас фонарика нет. Ой. Да. Тихо. Дикобраза тут. Чёртова. Мерзотная дикобраза. Что-то кошмарный, мерзкий. Вонючий дикобраза. Так, не понял. Я здесь... Никогда. Хочу идти через это. Через это все, вот это вот. Так, посмотрим. Все-таки пишут, конечно, что у меня эти 15%. 15% потери кадра.
ладно. В этот ад без света во тьму. Блин, там какие-то, там какая-то жесть. Вот, вот куда я иду, а? Я ничего не вижу вообще. Куда я падаю? О, господи! Давай, ну это дивизию. Да там эти шипы чертовы. И как? И куда я прусь? Нахрена мне это надо? Надо аккуратненько. Пам-пам-пам-пам. Ать-ать-ать. Так, хорошо, хорошо. Все хорошо. Нет. Есть, есть, все. Что-то. Нет, нет, нет. Блин. Тихо. Тихо, 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 тихо. Что это? Что это? Это стенка. Тихо. Да какого ж? Как это вообще работает? Как, что происходит? Не, не, не работает. А чё я сюда приперлась? Да блин, тут одни шипы. Что-то я не так делаю определенно. Найди дерево. Ну легко сказать, найди дерево. Я сама уже дерево. От этой игры. В этой трансляции чаще карту открываешь, играю. Так, тут колючки эти, чертовы. Колючки. Так, туда я прыгала, там бесконечности предел. Ага. Ну блин, все, я прыгаю. Я не поднимусь тут. Я что-то не так опять делаю. Но я в прошлый раз считала, что я что-то не так делаю. На самом деле все правильно было. Просто, по-моему, в этой игре страдать — это норма. Вот там что-то какая-то хреновая. Выглядываю, как будто я действительно выглядываю, блин. Оп. Тихо. Тихо. Так ты, чертов дикобраз, что же ты наделал, сволочь? Что же ты наделал, тварь? Чертов дикобраз. Опа, я допрыгнула. Ура! Что это значит? Что это? Что это? Да, и толк, что я допрыгнула. Тут ничего нет. Нет. Так, что-то я делаю не так явно. Там дикобраз. Здесь какой-то проход. Здесь стенка с шипами. Здесь какой-то ад. Здесь, блин, зачем я это сделала? Зачем?
Убирай давай уже все. Так. Куда я могу переместиться? Верхняя трясина. Дерево. Это верхняя трясина. Отлично. Не надо. Попробую еще раз, в принципе. Уже час стрим идет, можно. Заканчивать, наверное. Попробуем один раз. Оп. К чёрту дикобразовый. Сейчас, сейчас мы ему покажем. Кузьки. Так. Здесь. Да блин! Это издевательство. Форменное. Я здесь не буду ни при каких условиях. Тихо. Ну, что ж ты прыгаешь-то? Да что ж ты делаешь, зараза? Ну, чё он сейчас туда-сюда прыгал, хотя я не хотела, чтобы он этого делал. Я уже зеваю. Все, конечно, чудесно, но до сих пор кажется, что я что-то не так делаю. Тихо, тихо. Фух. Так, 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 тихо, 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 тихо. Так. Мы опять здесь. Здесь ничего. Так, тихо. Дышим. Блин, это те хреновины. Яму что-то не сучили, короче, мы явно никуда попремся. Ладно. Я думаю, в принципе, можно закончить стрим. Я уже только соображаю. Если кто-то это смотрел, всем спасибо.